Тебе славить воскресение Твое, Христе, спаси. Ангели поют на небесе, и нас на земли сподоби. Чистым сердцем Тебе и славить. Воскресение Твое, Христе, спаси. Ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби. Чистым сердцем Тебе славить. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин, поздравляем вас и ваших родных и близких, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путиных с праздником, с Пасхой Христовой. И очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, прекрасно возглавляет праздничное пасхальное богослужение. Владимир Путин все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. И было радостное чувство видеть многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина в Кремле, на Красной площади, на военном параде, на Московском международном кинофестивале, во время оглашения послания Федеральному собранию, праздничной речью Владимира Путина, торжественной речью на юбилейном заседании в Таврическом дворце, посвященном 115-летию российского парламентаризма. Российский парламентаризм самый лучший в мире. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. России ты мессии, ярчайшая звезда, России ты всесильна, во всем везде, всегда. На небосклоне много красивых ярких звезд. Мы гимн поем предстоящей выдающейся триумфальной победе на выборах 2024 года. Многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Мы свято помним, чтим все имена всех воинов, героев, жизнь отдавших за нашу любимую, могучую, святую, великую Россию. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Мы свято помним, чтим все имена всех воинов, героев, отцов и матерей, жен и дочерей, всех наших воинов самой лучшей, легендарной, непобедимой армии России, жизнь отдавших за великую, святую, могущественную, процветающую Россию.
Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Все участники военного парада на Красной площади, посвященного Великой Победе, все на репетиции военного парада на Тверской улице, все герои форума «Армия 2020-2021», и мы, Нестеров и Метлицкий, очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина вместе со всеми участниками праздничного, торжественного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, мы все очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича, Московской области Воробьева, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь.